Юлия Проскурякова в этом году успела основательно подготовиться к празднованию Нового года. Певица заметно похудела, избавившись от лишних килограммов, за которые ее иногда критиковали в сети. Теперь она может без стеснения надевать самые смелые наряды. Накануне преобразившаяся певица побывала в гостях у друзей. Туда она пришла в черном платье с эффектной линией декольте и высоким разрезом до бедра. Облегающий наряд подчеркнул тонкую талию звезды, а игривые элементы добавили ее образу сексуальности. Прекрасный предновогодний вечер был, спасибо. Надеюсь, что принесут нам удачу в 2023 году, написала Проскурякова о проведенном вечере в гостях. Между прочим, на предновогоднюю вечеринку она пришла вместе со своей дочкой. Пока взрослые подводили итоги года и строили план на следующий, семилетняя Вероника играла с кроликами, которые по китайскому календарю являются символом 2023 года. Пока Проскурякова блистает на мероприятиях в сногсшибательных нарядах, восхищая окружающих своей идеальной фигурой, ее муж Игорь Николаев активно снимается в «Голубых огоньках». Кстати, в этом году операторы стараются не брать крупные планы с композитором, так как он сейчас находится не в лучшей форме. В сети есть фото, на которых он запечатлен с опухшим и покрасневшим лицом.